Общение ведущего с публикой. Да, если у вас вопрос какие-то. Соответственно, возник, все, что говорится, надо говорить в микрофон. Будет или уже лежит, или будет положен. Вот точно такой микрофон. Его надо взять в руку, поднести точно к голове. Причем именно к голове, а не к другим частям тела. Вот. И, соответственно, в него говорить, не делая при этом вот таких движений. Потом положить на место. Я не могу. Вот. И, разумеется, кстати, говорить тогда, когда будет это об этом как-то объявлено. У меня просьба только как-то там аплодировать, поддерживать, если вас кто-то хочет там танцевать, танцуйте, если у вас вопрос возникает, задавайте. Ведите себя как, не знаю, как дома, то есть как бы камеры, все остальное, это полное дело. Что, будешь танцевать? Все? И вас удалять. Попробуем как-то поучаствовать вообще. Ну, смотри, тут помят таким, слышу. Себе вот такого качества. Нормально? Я тебе давать. Ладно. Сейчас нам Вадим гангстер-рэп нормальный замутит. Ну, на Вадим привет, передавай. Пользоваться. Можно ходить. Те, кто фотографирует, могут ходить. Серьезно, высоко где взялся. Ну, как-то это так. Ходить, поснимать. Потому что по картинке будет, допустим, будет круто снято, да, что там есть видеоарт, он будет выводиться. Да, как по Вадик там будет играть, будет там смс пришло. Если будет так сидеть, то это будет не круто, тут будет весело, а у вас будет сон. Что, можно танцевать? Да? Я подписываюсь. Я пойду чечетку и могу. Что? Чечетку. За стеной это художественный фильм про войну озвучивает. Совсем их отключить? Совсем, потому что будет резонировать. Могил отключить? Или фотоаппарат, камеру, все выключить. Проходите, Ульяна, проходите. Он включен, если захотите задать вопрос, вот обращайтесь к мальчику, и он микрофон даст. Говорите прямо в микрофон, и куда не отклоняем голову. Он включен все время? Да. Фиксируешь голову. А там на трибуне. Я там на пороге. Кстати, у нас ракета подался. Мне просто надо на фон на DVD УГВ просто включить нормально. Мы батарейка села почти. Слышишь? Батарейка села почти. Не, получится. Пока начнет играть, просто тебе надо сделать несколько фоток. Угу. Лучше вообще слить.
прошу публику все выключить сотовые телефоны, при этом выключить их не звонок, а только полностью сам сотовый телефон. Напрочь. И желательно похлопать в ладоши всем вместе. Еще раз надо похлопать в ладоши. Спасибо. Сидеть, я говорю, сидеть не обязательно. Ну, сейчас не свадьба. Сейчас обязательно. Ой, надо. Это ж банда пришла. Уже выдан микрофон, находится где-то на трибунах. Микрофон. Вам надо обращать. А я тебе же буду представлять. Хорошо. Катя, поговори там в гостевой микрофончик. Катя, поговори в гостевой микрофончик. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Все, спасибо, работает. Да, он тоже работает. То есть он будет говорить вручник? Да, он будет вручник говорить. Он работает, безусловно, этот микрофон. А тогда гарнитуру можно снять. Катя, сними с диджея. А, уже сняли? Катя, тогда выключи ее. Грим нужен. Загонороваться всем. Это спойлер на месяц. Ну, то там, это не то, что так, как вообще. Не обязательно. Конфетти, да? Да. Не лучше, да. Конь. Фонограмму сейчас включит, Вадим. Проходите. Уф, выключи пока что. События. Снова место будет? В общем, приятно. Я? Нет, я пойду сюда потом. Пойду спешу еще что-нибудь на заднем плане. Мэтт, ты лучше там походи по сниму. Песни петь можно будет? Когда мы видели кого-то. Что? Прямой эфир? Это прямой эфир, да. А звонки будут слышать? Звонков не будет. СМС-вопросы. Ничего, если я... Вопрос другу. Конечно. Помню другу. Завтра. Слышь, я выключу. Да. Все как? Давайте все обнимемся. Мэтт, ты что, снимаешь? Мэтт, с одного места будешь снимать? Да. We'll be right back.
hands, everybody! If you've got what it takes, and you're like, you're not curious. Давайте, давайте, актив, ничего не Это нет, я...
как-то человек просит, чтобы, ну, как бы он задает этот вопрос с намеком на то, что, наверное, мы ему подарим сегодня какой-нибудь из этих компактов. Но я не знаю, что-то Владимир не особо засмеялся по твоим вопросам. Давайте по оригинальным вопросам, мы их тут ждем все, мне подсказывают их в ухо. Вот, и интересно. Как тебе Петербург, кстати? Холодно? Нет, еще был в прошлой неделе в Швеции. И там еще холоднее? Нет, ну так же. Так же. Хорошо, а что ты играешь сейчас? Сегодня я концерт, это маленький турнир будет играть как-то фан, брейкс, рок-грув, олдскул, такой тип. Но я играю совсем, в принципе, хип-хоп. В Англии, но тоже регги, рэга, джангл, все это. Есть ли жизнь на Марсе? Жизнь на Марсе, но пока там не был, но скоро буду. Хорошо, ну тогда мы продолжим тебя слушать, спасибо. DJing и продакшн. А как ты вообще относишься к граффити? Многие считают, что это вандализм. Ну, мне нравится. Нравится? Почему? Да. Это мне это голос от людей от улицы как-то. Mm-hmm. Это арт от улицы. Понимаете? Хорошо. У кого-нибудь сзади есть вопросы? Есть. Да, передайте, пожалуйста, микрофон, еще сзади вопрос. Да. Вадим, скажи, пожалуйста, почему оформление твоего альбома СССР сделано в духе конструктивизма 30-х годов? Ну, первое, мне нравится очень это афиши и цветы от этих рекламы от 30-х тех годов. Тех лет. Да? Что? Тех лет. Да, тех лет. Мне нравятся эти цвета красные, черные. Они очень как-то... На Западе нету такие афиши, такие рекламы. Мне нравятся эти как-то арт от этих годов. Второе, ты спросил, что у меня СССР. Ну, конечно, нету сейчас СССР, уже кончился 12-15 лет назад. Но по-английски СССР это USSR. Mm-hmm. И это как-то, можно сказать, acronym на Underground Secret Society of Rhythm или как-то Universal Secret Society of Rap. Понимаете? Mm-hmm. Каждая буква будет словом. Хорошо.
сказал, что в Москве тебя видели только в клубе. Правда, что в клубе тебя видело, ну, 150 человек там? Ну, я не знаю. Там сказали, мне были 400. Но... 400? Может, 150, может быть. Но сегодня твоя аудитория исчисляется в десятках тысяч. Там клуб какой-то, это маленький, но длинный клуб. Ну, хорошо, а у нас здесь телевидение, и мы как бы распространяем свои сети на весь город. Продолжай играть. Спасибо. Здесь, в России, тоже здесь родился. В Лондоне хорошо, там тоже круто. В Австралии, Южная Африка, Южная Америка. Но это было экстремально именно? Ну, конечно, потому что это не как Лондон, это все новое там. Это музыка и все. Когда я играл там в Бразилии или в Чили, там было 2-3 тысячи людей. Там по-другому реагируют, не знаю. Ну, конечно, 3000 людей приехали меня видеть в Сантьяго до Чили. Ого! Вот так. Это я был как звезд. Тут ты не менее востребован, мы тебя тут тоже очень любим. Задают вопрос, есть ли у тебя девушка? Да, жена. Ты жена? Да. Вот так вот, увы. Девушка с хорошей. Сейчас хочу спрашивать последние музыки, но ты, в принципе, их уже озвучивал, да, свои предпочтения музыки? Да. Хип-хоп, да? Ну да, ну...
делал хип-хоп, но мне... Я люблю все стили музыки. Я думаю, хорошая музыка, и плохая, плохая. Mm-hmm. Я дома слушаю всю музыку. В примере хип-хоп, но тоже мне нравится джаз, фанк, регги, mm-hmm. рок, все. Самая любимая твоя пластинка есть какая? Нет, знаешь, у меня дома есть как-то близко 20 тысяч пластинок. 20 тысяч пластинок. Ты не уйдешь? Нет, может больше. Вот, для диджея это не так много. Там нет людей, диджея, у них есть, может, 100 тысяч, 200 тысяч, миллион. Но они же 200 тысяч пластинок, миллион, их же невозможно проиграть. Зачем такая? Ну, да, но там люди дают мне, купаю. Это как мой наркотик, музыка. А где ты хорошо говоришь по-русски? Где ты учил язык, если ты вырос в Англии? Ну, я практика не ем, только с мамой говорю. С мамой. А это правда, что тебя в 3 года вывезли в Англию? Да, 3-4 года. 3-4 года. 79-й год. 79-й год. Да. Супер. Какой раз ты в Питере уже? Это... Четвертый или пятый? Четвертый или пятый. Играк. Это те вопросы, которые присылают по СМС. Конечно, я был здесь с мамой, все. Видеть бабушку, девушку, но играть – это четвертый раз. Здорово. И первый это на телевидении? Первый на телевидении. Замечательно. Ожидаю, что еще раз приду. Замечательно. Что будет, если Землю захватят бездушные роботы? Такой вот вопрос. Но когда это случится, я буду жить там на Луне или на Марсе. Да, на Марсе мы уже слышим. Да. Хорошо. В принципе, очень оригинальный вопрос. Я напоминаю, что все, кто присылает сегодня нам свои вопросы, могут выиграть фирменный диск от диджея Вадима с его автографом. После записи мы поставим автограф, а победителя объявим в этот понедельник в нашем прямом эфире днем. Продолжаем. Начал слушать хип-хоп, это было 20 лет назад, год 20 назад. Mm-hmm. Начинал играть с вертушками и пластинками 88 год. 88? Да. Mm-hmm. То есть получается, что ты играешь уже 16 лет? Да, близко 16 лет. Насколько у тебя был 88 мне было 15. 15 лет? Да. Ну, конечно, не в клубе. Самое... Ну, нет, да, понятно. Хорошо. В спальне. Здесь еще вопрос про насколько ты соответствуешь тому, что сейчас формат Ninja Tune, лейбл, на который да. ты выходил и, наверное, выходишь. И еще такой вопрос, когда появится твой собственный лейбл? Ну, как хочешь, например. А
5. Один есть уже. У тебя будет свой собственный лейбл когда-нибудь? Ну, у меня сейчас есть свой лейбл. Уже есть? Just Fudge, ну, есть, но только кончился. Уже был, я начал 95-й год, и уже было на 9, год 9 у меня есть. То, что я так занят, работаю в мире, сегодня в России, следующую неделю, Франции, Испании, Прибалтике, везде я еду, вокруг мира. У меня время нету, там, телефон делать, контракты, так. У меня времени нет делать свой лейбл больше. Mm-hmm. Хорошо. Ну, работа, свою музыку пишут для Ninja Tune и для другие фабрики, другие компании в Англии, в Америке, везде. Хорошо. Ты любишь скретч? Какая из нас пришла? Скретч. Ну, конечно, мне нравится, но у меня времени нету. Я работаю очень много там, как чемпионат мира DMC, ITF, я работаю Scratch Pervats, и DJ Woody, и Mr. Fang, и Beat Junkies. Очень много работаю с ними. И я практику делаю, ну, у меня время так нету делать, как они делают. 8-9-10 часов только скратч делают каждый день. Я не могу, у меня время такое нету. А, да. Мне нет, я работаю, делаю интервью, телевидение, радио, вокруг мира еду играть. У меня время нету так делать 10 часов каждый день. Только практику скратч. Ага, еще такой вопрос, когда Англия отменит визы? Когда Россия отменит. А, хороший ответ, хороший. И еще сейчас проходит. Это правда, что у вас легализовали Мэри Джейн? Мэри Джейн? Да. Ну, сейчас это как-то немножечко, как-то люди не знают, что случается. Понимаете? Это немножечко серое. Grey area. Grey area. Понимаете? В Лондоне можно брать 10 грамм. Эфир заканчивается в 19:10, но сегодня ночью Вадим будет играть в одном из клубов петербургских, не будем говорить его вслух. Смотрите программу. Вопрос в зале. Сейчас. Давай. Во-первых, хотелось бы выразить респект Вадиму. Непонятно, что там за жизнь на Марсе, но, похоже, скоро там появится тоже фанк, хип-хоп. То есть астронавты будут смотреть туда, а там граффити. В общем, у меня такой вопрос. Вадим, ты в четвертый раз приезжаешь. Очень бы хотелось бы в следующий раз, если это возможно, увидеть бы коллектив Фила и Сайфер. Вот. Ты можешь сказать, ну, вообще ребята, в принципе, могли бы согласиться сюда приехать, и если ты знаешь, на каких условиях? Спасибо. Ну, я думаю, все могут приехать сюда, но нужно людям пригласить их, понимаете? Я знаю очень много людей, которые хотят поехать в Россию, в Питер, в Москву играть. Но это нужно людям в России приглашать их. Людям в России достать визу, и самолет, и все это. И это не так дешево. Понимаете, приезжать сюда нужно платить визу, не приезжать в Россию стоит $180. Виза? Виза. Да. Работать здесь, в России. И тогда самолет, и гостиница, и еда, ты уже... Это уже сколько? Ну, не знаю, дорого уже. Понятно. Но я не знаю, сколько самолет стоит. Сколько самолет стоит? $400, я не знаю. Хорошо, скажи такой у меня тебе вопрос. Ты вот он немножко такой провокационный. Ты доволен своими промоутерами, теми людьми, которые тебя сюда привезли? Ну конечно. Замечательно. Ну тогда продолжай. Я просто хотел, ну, помимо всяких виз, там, оплаты билетов, но я хотел узнать гонорар примерно, какой может быть. Ну, я думаю, будет чудесно здесь, потому что я с ним поехал в Польшу, в Прагу был с ними, был в Братиславу, в Будапешт с ними, потому что они пишут за мой лейбл. И везде, где мы ехали вместе, всегда было чудесно. Людям очень нравится, но... Я тоже ожидаю, что ребята в России тоже понравятся. Конечно, понравится, потому что их многие знают, как бы и цели. Ну вот, давай. Давай приглашаем. Приглашаем. Хорошо, давай микрофон на тот край, там тоже есть вопрос. Вот, я пока еще раз обращу внимание на видеоарт, который у нас идет за Вадимом, а вы можете его видеть на своих экранах периодически. Его делал Денис Клач. Большое ему за это спасибо. Еще
в течение часа, потому что мы все их озвучим Вадиму, и тот вопрос, который ему понравится, того человека мы и пригласим в понедельник к нам в студию, и тут в прямом эфире наградим его пластинкой, все честно, вы сами сможете это увидеть. Пластинки, вот они, вот пластинки, замечательные. Вадим, твои пластинки узнаешь? Давай, больше пиратские. Нет, я не знаю. Можно вопрос задать? Вопрос, хорошо, вопрос. А потом все-таки еще немножко музыки. Вадим, очень серьезный вопрос. В кого ты веришь? В Деда Мороза или в Санта-Клауса? Так, очень оригинальный вопрос у нас. Наверное, сейчас. Сам собой верю. Самого себя? Да. Хорошо. Ты будешь играть у нас сегодня? Или ты уже не хочешь больше играть? Ну, понятно. Здорово, слушай, но, к сожалению, заканчивается время. Мы еще тут немножко послушаем в студии, как тут все происходит. Вы продолжаете слать смски, если помните номер 82, вопрос. Вопрос можно? Вопрос последний. Последний вопрос в студии у нас, и после этого мы, к сожалению, вас покидаем. Но продолжаем слушать музыку. Привет, Вадим, у меня такой вопрос, не связан с твоей профессиональной деятельностью. У меня такой вопрос. Любишь ли ты щи и борщ? Можно борщ. Или пельмени. Или пельмени. Блины мне нравятся. Блины пельмени. Последний можно? Прям последний. Спасибо, что слушали, Вадима. Пока. Ну ладно, я лучше так сказать.
знаешь как? Ты послал смс? А? Ты послал смс? Нет, но сказали же выключить все. А. Ты знаешь эту группу Fill Up Cypher? У меня есть. Вадим, один вопрос к тебе. Было у тебя в планах или есть желание как бы сотрудничать из российских рэп-исполнителей с кем-нибудь? От кого? Ну, у тебя есть в планах как бы какие-нибудь сотрудничать с кем-нибудь из российских рэп-исполнителей? Пока нет, но все может случаться. Я знаю, я встретил эти ребята, я думаю, очень талантливые. Из Москвы называется The Buds. А, The Buds, да. Значит, их? Его. Да, конечно. Я с ним общался. Зырки, тоже я знаю, Алекс дал мне одну компакту от группы. Это, как называется, Пудра. Пудра, да. Пудра, Раш. Да, его, но не знаю, но слышал музыку. И когда я был в Москве, там дали мне столько много компактов. Mm-hmm. Это 20-30 компактов слушать, когда приеду обратно в Англию. Mm-hmm. Значит, не знаю, но, конечно, это... Я общаюсь там с людьми здесь, если они хотят. Конечно, может, все можно. Mm-hmm. Понятно, спасибо. Вадим, как бы вот Smokey Mo, как бы у нас... Питер. Здорово. Как дела? Smokey, нормально. Слушай, вот у меня есть, короче, мой альбом. Да. А я вышел хотел тебе России. Вышел здесь в России, по России, я хотел, чтобы ты его послушал. Smokey Mo. Вот. Да, да. Из Питера? Да, питерский. Вот. Он где-то год уже как в продаже. Да. Есть. Вот. Мне интересно, чтобы ты его послушал, и потом, как бы, если тебе понравится, что-нибудь такое можно придумать. Ну, конечно. Да? У тебя мой email, мой контакт есть. Угу. Пиши, пиши. Если что, то я даже тебе напишу, окей? Да. Послушай возьму. Обязательно. Да, возьму домой. Все, в коробке уже. Кайф, кайф. Прекрасно. Это первый альбом? Мой первый альбом. Ну, сейчас второй уже готовится. А, да? Да, да. Ну, прекрасно. Приходишь сегодня? Да, да, да. Думаешь, много придут? Там много народу. Да. Только у нас поезд сегодня в Москву. Вот они, ты знаешь, эти люди, вот, ты знаешь, Иван. Он, не знаю, он как-то, он делает как-то диджей на пропаганду. Не знаю, когда. В Москве. Он был там в четверке. Это который Фигасин? Это синяя футболка у меня, нет? Нет, было белое. Он, не знаю, какие-то вечеринки делает в Москве. Он пригласил меня опять в Москву. А когда? Ну, через месяц, через или 6 недель. Потому что у него есть какая-то ночь кип-хопа в пропаганде. Знаешь? А, ну да, там по вторникам хип-хоп, андеграунд, диджей живую играет. Да, но он хочет делать в субботу. А, вот у него он. Есть спонсор Этнис. Знаешь, Этнис? Ну, это у них там, да, заморочки. Не клуб, как бы, вообще бесплатный вход туда, как в культ, только фейс-контроль. Что, все бесплатно там, в Москве? Ну, такие клубы, они просто... У людей нет денег, нету? Нет. У людей есть деньги, он там на касту ездит, по 300 рублей платят за вход. Вадим. Можно сесть в камеру и смотреть? Что? Рядом есть. Носитель опыта человеческого. Отлично. И еще раз. А можно посмотреть сюда? Ага. Отлично. Спасибо. Сейчас. Сегодня? Когда? Не знаю, то что я еду сейчас в какой-то магазин. База? Forever? Forever, да. Нимо. То что я встретил его в Чикаго. Я знаю его, рос там. А, понятно, да, потом. Потом не знаю. Покушаю. И в Red Club. И в Red Club, да? А ну, не знаю, нет, потому что я буду играть ночью близко к 12.